Всем привет, дорогие зрители! С вами канал «Недвижимость Турции Парадайз Алания». В новостройке продается 1 плюс 1 район Махмутлар. Просторно 1 плюс 1. Минимум нетто этой квартиры 50-51, а брутто 68. Тут санузел. Прихожая хорошая. Высота потолков 285-290. И сантиметров. Есть. Бытовая техника фирмы БК. Про смарт инвертор. Новая. Видите, даже этикетки не сняли. Вот. Вся мебель, техника в квартире новая. С этого ракурса снимем. Так, поднимем вверх. Видите, какая высота потолка. Можно сдавать в аренду. Хороший вариант. А также для себя также можете купить. Приезжать летом, отдыхать. ВНЖ так как пока не получить. Кондиционер фирмы Бека. Есть телевизор. Теперь в спальню пройдемся. Спальня как минимум 13,5 квадратных метров, вся полезная площадь. Угу. Кондиционера в комнате нету, надо установить. Итак, здесь балкон. Большой застекленный балкон. Смотрим на соседнее здание. Восточная сторона. Отличная локация в районе Махмутлар. Машины тут не проезжают, тихо, спокойно. 2,5 этажа, но третий этаж, скажем, от земли. Есть бассейн, сауна, хамам. Нет, хамама нету, извиняюсь. Сауна есть, джакузи есть. Фитнес маленький. Ну, маленький проект. Около парка писателей, дорогие зрители. Не закрываем ролик, смотрим. Я сейчас покажу всю территорию. Вот такой красивый лифт. Спустимся на минус один. Сразу спускается фитнес-зал. Вот я вышел из лифта. Фитнес. Детская игровая комнатка здесь. Сауна. На днях будет собрание. Новая управляющая компания выберут. И здесь джакузи типа сделан. Также можно выйти к бассейну по другому выходу. Генератор. Парковочные места для лелесопедов. Вот такой фасад. Хорошая локация. Восточная сторона квартиры смотрела, юго-восток вот. Сейчас. Так, выходим к парку писателя. Вот видите, там улица Ататюрка и там улица Барбаросса. Между ними тихое, спокойное место, природа, цветочки, птички. Это лицей или школа. Вот. Здание. Ага. Так, там большой парк. Подземный переход к морю. Ресторан «Лимон». Шок-магазин здесь. Ну, вся инфраструктура в шаговой доступности. Сейчас пройдусь вперед. Вот тут такой мини-парк в этой стороне. Еще есть большой парк впереди с аттракционами для детей. Качели, горки, тренажеры рядом, поликлиника Сиедра. Вот шок-магазин, улица Барбаросса. Вот детские аттракционы здесь.
Сзади этого здания, там уже первая береговая линия, подземный переход к морю. Итак, цена, дорогие зрители, 113 тысяч евро, район Махмутлар. Ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарий и звоним, забираем этот пирожок, который на данный момент один из хороших вариантов на этом рынке. Звоните.